Друзья, всем привет! Приехал к родственникам снять обзор. В домашних условиях делался трактор, конечно. Изначально тут стоял гидовский мотор, рама была, конечно, другая, ну а со временем тогда решил поставить дизельный мотор с Гольфа 1.6. Привез двигатель, уже раму привез, раму переделывал, конечно, укорачивал, перед сужал, вырезал. Это газоновская рама, газоновская, да? Газоновская рама, да. Газоновская рама. Уже переваривал сам колокольню. Корзина с сцеплениями стоит газоновская, то же самое. Вместе с коробкой газоновской. Но. Двигатель простой. А мост? 1.6. Задний мост ГАЗ-51. Укороченный. Штуки. Ну, я уже привозил укороченный. Но. Колеса газоновские тоже, 51-го переваренные. Ну а уже это все остальное, уже навеску, гидравлику делал. Мотор стоит простой, 1.6. Серега, сколько расход? Ты замерял? Ну, расход особо я то не замерял ее. Как обычно, да? Ну да, как обыкновенные гольфы, конечно. Ну, хватает вполне. Бак у меня топливный небольшой, влазит всего лишь 7 литров. Хватает. Ездил высокой, назад. Там. Так, это по расстоянию 30-35 километров, да. От тебя где-то, да? Я ездил, вола 7 литров заливал, мне пыталось ездить туда, поделать дела и приехать назад, еще и оставалось, конечно. Это понятно, эти моторы для трактора самое то. Но скорость большая у трактора. Ну, скорость, я... Ничего не уменьшалось, просто от коробки кардан не на задний мост. Не уменьшителя, ничего. Стоит коробка по скорости 60 километров. 60 километров. Но. Вот ну, а по тяге все, он двухкорпусный плуг, все тянет, да? Без проблем. На первой передаче не газовал, что на холостом ходу вполне прилично лететь. Трактор классный, мне даже с виду он нравится, конечно. Тут еще планировались щеляжить наперед. Боковины зашиваться будут. Тормоза и газ. Я делаю. Стоит 51-го газона тормозной бачок, который прямо заливается жидкость. А, да? ну все понятно. Сколько нажал, столько он и затормозил. Стоит тройничок, расходится на два колеса. Вся эта электроника, конечно, достана с Гольфа, все установлено, укорочено, все заводится с ключа, повороты, габариты. Ты нам заведешь, выйдешь, свет. Мы его все поснимаем. Ага. Я же не зря столько ехал, что-то за ним. Второй раз приезжаю, чтобы снять, первый раз промазал. Серега, ты ВОМ будешь делать, не? ВОМ я буду делать, мне лежит... Пускача 75-ки, эти деньги там ТСС стояли, редуктор двухскоростный. ДТ-54. Двухскоростный с диском сцепления. Стоит, буду делать, выводить. ВОМ. Ну пока еще ВОМ не делали. Не было время по ВОМу. А так что хватает этого. Он скорченный был, вот если по центру брать, да, то он 1.10 м. 1.10 м. Да, 1.10 м. Это я уже сам его уширял, он был вообще узенький. Ну. Он получается... Сколько? Не длина, по центру. Давай по центру колес, во сколько? Ну, получается 1.60 м. 1.60 м, да? Ну. Нормально. У тебя тоже тракторная, да? Или меха? Конские. Конские? Магазинные. Да? Вот
колеса тут получается на мне. Это под трактор. Ну, потом 55. Же его подвинуть можно, 55, да? 55, да, и на меня откручивается, угу. И регулируется. Можно подвинуть. Ну, так надежно сделано. Длина 1,40 м. Длина 2,20. Ну нормально. Ты подъемник делал, Кема? Да, цилиндр ножный. Ручник. Вот так уже. Ну иногда глядишь же видео, да? Как тебе тракторок? Классный? Но я говорю, что я меняюсь, не глядя.
Всем огромное спасибо за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем удачи, здоровья и до новых встреч.